Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию установку охлаждения экструдата и жмыха производительностью до 1800 кг в час. Данная установка предназначена для охлаждения и частичного осушения экструдированного продукта. Ее задача – предотвратить пекание белковой составляющей в еще горячем экструдированном корме. Установка охлаждения экструдата ОЭ-1,5 состоит из рамы, корпуса охладителя, вытяжного вентилятора, циклона-осадителя. И электродвигательный. Продукт, предназначенный для охлаждения, поступает в приемное устройство и дальше попадает в корпус охладителя. Корпус охладителя установлен на поддерживающих роликах. Продвигаясь по корпусу охладителя, происходит перемешивание продукта и обдув его противотоком воздуха. Горячий отработанный воздух вытягивается при помощи вытяжного вентилятора и дальше очищается от пылевидных частиц в циклоне осадителя. В корпусе охладителя установлены продольные и поперечные лопатки, которые обеспечивают равномерное и бережное перемещение продукта, а также его охлаждение. Корпус охладителя и вытяжной вентилятор установлены на надежную металлическую раму. В данной модели установки охлаждения происходит более лучшая теплоотдача и более быстрое охлаждение продукта. Это обеспечивается благодаря вращению корпуса охладителя, а не только вала с лопастями, как в других моделях подобных установок охлаждения. На данное оборудование наша компания предоставляет гарантию 12 месяцев, а опытные мастера готовы провести пусконаладочные работы.